Полицейская семья – особенная ячейка общества, в которой все понимают, принимают и поддерживают друг друга. Ольга и Вадим знакомы со школьных лет, они одноклассники. С 2006 года началась их история любви. Сначала мы, конечно, поженились, потом муж ушел в армию, потом с армии, через некоторое время поступил на службу в полиции. Потом уехал в Барнаул, опять ждала. Молодец, что дождалась. С армией, с учебой. Дай бог еще столько же прожить, раз по 30. Ольга и Вадим 11 лет в браке. У дружной семьи есть и дочка, и сынок. В этом и заключается счастье, считают Кирсановы. Любовь – это когда не можешь прожить друг без друга. То есть взаимопонимание, уважение, поддержка. У меня муж такой хороший, любимый. Дети у нас очень такие хорошие тоже. Что для счастья нужно? Только вот это. Вадим, согласны с женой? Да, я согласен полностью. Теплое место, очаг, дети, опять же, повторюсь. Соответственно, сближает дети. Живем, работаем ради детей, чтобы было все у них хорошо, у наших близких. Надо любить, тоже, наверное, правильно, и уметь любить. Вадим – инспектор охраны общественного порядка. Ольга – помощник оперативного дежурного. Несмотря на тяжелые будни сотрудников полиции, любое свободное время семья проводит вместе. Получается не так часто, как хотелось бы. У меня посуточная вообще работа. Я сутки двое, муж каждый день. Вот. Бывает такое, что у меня, например, выходной, он на работе. То есть утром я опять, вечером вот увиделись, утром я снова на работу. Скучаем друг по другу. Бывает, не видимся и прям скучаем. Тем не менее, супруги признаются, свою работу не поменяли бы, ведь профессия никогда не может помешать семейному счастью. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.